И всем салам, ребята. Сегодня будет такое маленькое видео, так как это будет обзор на Subaru BRZ. Как вы могли увидеть, у нее довольно-таки много тюнинга. Также тут очень много есть видов изменения самой конструкции, то есть изменения самой крыши, задние спойлеры, юбки и глушители. Также хотел бы сказать, что мне в ней очень сильно нравится, это то, что у нее работает спидометр. То есть, да, вы можете кататься от первого лица и видеть, как у вас движется стрелка скорости. За такую машину я хотел бы поблагодарить человека, Адамса. Спасибо ему, что он мне подарил однажды эту машину. Большое ему уважение. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем до свидания, всем пока. Кстати, забыл сказать, эта машина стоит 16 тысяч и разгоняется до 250. Найти ее можете на РПГ в японском автопроме. Всем до свидания, всем пока.